сложная игра сегодня, накопилось немного усталости. Через себя, через силу вытащили, выиграли. Сегодня необычный был формат. Одна тройка играла сначала за белых, потом за красных. И это и было причиной того, что вы проиграли. У вас было меньше поначалу? Ну, конечно, два звена намного тяжелее играть, чем в три. Но ребята молодцы, выстояли в два звена и набрали свои очки, забрали. Теперь счет серии 3-1, и до какого счета идет игра? Ну, насколько я знаю, 7 игр будет, и в итоге победитель заберет кубок. Артем, ну, поздравили тебя сегодня, ребята, победой. Да, спасибо им. Не будем прыгать барьеры, самое главное. Что интересно было в игре и вообще вот день рождения, с чего он начался? Встал пораньше, приехал на Ледовый из тренировки. Все поздравили, ребята приходили. Очень приятно. Кто-то мне обычно поздравил? Торт какой? Не, я торты принес, поэтому мне просто поздравили. Всю команду угощаешь? Какие торты? Манго-манго, какой-то там с ванилью и с шоколадной. Честно, не ем торты, не знаю. Говорят, вкусно, всем понравилось. А кто в команде больше всего торты любит? Ваня Ларич. Больше всех съел. Хорошая атмосфера была вот в команде красных. Мы перед игрой там собирались вместе, то есть друг друга подбадривали во время игры всегда. То есть, ну, за счет этой атмосферы и побеждаем. Николай, такой красивый буллит сегодня забил. Отрабатываешь такие, да, движения? Ну да, это всегда стараюсь так бить, но не всегда получается. Там подсмотрел, в НХЛ так бьют, решил попробовать, и вроде неплохо получается. МакДэвид так бьет буллиты, но... Ну вот у него, наверное, да, подсмотрел.